Ну а тем временем более 30 обращений о нарушениях на выборах в Дагестане поступили в ситуационный центр республики. Все они оперативно проверяются, 10 из них не подтвердились. Более 80% жалоб устранены, оставшиеся находятся в обработке. Мы полностью здесь с моими коллегами в ситуационном центре следим за ходом события голосования, мониторим полностью ситуацию по голосованию, ходы голосования, то есть разными способами поступающие звонки на горячую линию Национального общественного мониторинга, на горячую линию Общественной палаты России, а также Общественной палаты Республики Дагестан. И более того, на приложении Национального общественного мониторинга каждый желающий имеет возможность оставить свою жалобу или по нарушению. Среди заявлений была информация, что на избирательном участке номер 1105 выдаются бюллетени без печати и голограммы. Проверка показала, что данная информация недостоверна. Добавлю, что явка избирателей по данным региональной избирательной комиссии на 15 часов составила 53%. Стоит отметить, в центре работает также международный наблюдатель из Азербайджана.